Всем привет, с вами StevePro, и сегодня покажу мод, который управляет командой в локальный сервер для Майнкрафта Pocket Edition. Так, ну что ж, переходим в мой мир и начинаем смотреть команды. Сразу говорю, у меня почему-то не работают некоторые команды. Даже могу сказать, не работает ни одна команда. Но вы видели, что в начале видео у меня было написано, что мод работает. Я не знаю, может быть это у меня, но вы, надеюсь, проверьте и скажете, что я делаю не так. Может быть, его надо было как-то активировать? Может быть и нет, я не знаю. Вот, как видите, ни одна команда не работает. Но там было написано, что этот мод именно для локального сервера. Не просто команды, а именно для локального сервера. Должны были работать такие команды под названием BAN, BAN-IP, TP, TPA, GameMod, ну и остальные команды, которые есть в такой программе под названием PocketMine. Ну, сейчас я вспомню еще несколько команд, которые можно будет попробовать. Допустим, да, как я и сказал, попробуем написать BAN-IP, но он тоже почему-то пишет, такой команды нет. Так, ну, еще подумаем. Так, вот я уже придумал. Давайте вот посмотрим. Нет, ну, конечно, ну, что я могу еще сказать? Я не знаю. У меня вроде все включено, настройки новые не добавили никакие. Я не знаю, может быть, надо было написать там, допустим, не знаю, что даже написать. Но ни одна команда вообще не реагирует никак. Ну, я реально думаю, то, что это только у меня, так может у вас будет все хорошо работать. Ну, что ж, на этом мы остановимся. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.